Всем привет, с вами я, Евгений Картерс. Это Roblox Extreme Doors. Я играл три раза умер на начальных уровнях, поэтому я ничего не понял. Я специально играю ночью, у меня наушники на полный звук, чтобы было страшно, и чтобы вы видели мои эмоции. Извините за микрофон, этот, конечно, лучше, чем прошлый, но все равно плохой звук. И на нем кажется, как будто у меня заложен нос, но это не так. Так долго. О, все. Все, пропускаем. И сейчас быстро будем пробегать начальные комнаты. Потому что меня на начальных убивали. Меня убивал какой-то Раш. Потом какие-то голоса. Вторая комната. Быстро. Я понял, если моргает свет, то это Раш. Не то, как от него прятаться. Девочка, бэ. Ключ надо. Ключ. Вот комната. Есть. Пятая комната тоже. Раша прятаться в шкафу. Я испугался. Мне показалось, за этим меня кто-то есть. Ё-моё. Я двери испугался, боже. А чё не надо? Куда? А, сейчас тут... А, нет, тут открыто. И что делать? Я туда не пойду. Я ж микрофон сбил. Это вообще неожиданно. Пауком глаза округлились до размера планеты. Потому что играю на всю звуком. Все, жопа. Жопа.
А как от него прятаться-то? Да, у меня проблемы с Рашем. А как прятаться от него, скажешь? Вот это неожиданно было последнее шоу вперед. Когда это происходит, найти укрытие. Достиг 16 дыри. Это был пока что спидран. Из-за микрофона я не могу делать длинные ролики, потому что это получается плохо. Ну, и с вами был Евгений Картерс. Всем. И это не из-за того, что я боюсь. Потому что в следующий раз я буду снимать с другом. Обязательно, обещаю. А пока что с вами был Евгений Картерс. Всем пока.